Всем привет, и сегодня у нас обзор на пиццу Эль Ремио. Вот такая пицца, она с ветчиной и грибами. Маленькая пицца. О, там у меня какая. Так, у меня 350 грамм. Тут маленькая 240. Что ж, давайте ее распакуем. Итак, я ее уже открыл. Значит, видно, тут грибы есть, сыр, вот куски мяса. Томаты, помидоры, перец еще болгарский. В общем, хорошая пицца. Цена у нее $3 или 90 рублей. Я уже покупал такую, но с другим вкусом. Мне, в принципе, понравилось. Так, нужно теперь ее выпекать при температуре 180 градусов 8-10 минут. Ну что ж, давайте приступим. Итак, наша пицца уже готова вроде бы. Вот тут уже поджарился сыр. Так, довольно мягко все. Значит, наверное, готово. Пахнет довольно аппетитно. Итак, я достал пиццу, порезал ее. Там она пригорела в местах, где на дне пригорела, там, где сыр был под пиццей. Вот, но в целом все хорошо. Итак, давайте пробовать. Довольно вкусная пицца. Очень вкусный соус. Ну тут кетчуп, я так понял. Очень еще чувствуются грибы. Тут вкусное мясо. Вот помидоров я не почувствовал. Так очень вкусно. Еще очень хорошо то, что тут тонкое тесто и не чувствуется совсем оно. В некоторых пиццах там толстый слой, из-за этого она становится невкусная. Итак, я ставлю 9 баллов, потому что я совсем не чувствовал помидоров и перца. Итак, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, всем пока!